Православных паломников из Одессы, которые хотели присоединиться ко всеукраинскому крестному ходу, блокировали радикалы. Автобусы остановили на выезде из города. Верующих угрожали сжечь заживо. Водителя, если они рискнут продолжить путь в Киеве, в Киев тоже обещали убить. Сотрудники полиции не вмешивались, наблюдали за всем со стороны. В итоге людей высадили, машины развернули. Между тем, обе колонны верующих из запада Украины, с востока, накануне вечером прибыли в Киев. Причем некоторым из них под конец пришлось пересесть на автобусы. На этом настояла МВД, заявившая, что на пути следования обнаружены боевые гранаты, дымовые шашки и муляжи взрывных устройств. Ранее других участников крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, забрасывали яйцами и оскорбляли. Сегодня, если больше ничего не случится, паломники должны провести совместное богослужение в Киево-Печерской лавре за мир на Украине.